Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение. Внизу страница 26. В этом упражнении мы должны найти сумму разрядных слагаемых и разность разрядных слагаемых. 600 тысяч плюс 1 тысяча плюс 30. 600 тысяч плюс 1 тысяча. Получится 601 тысяча плюс 30. Получается 601 тысяча 30. Записываем. 600 тысяч плюс 1 тысяча плюс 30 равно 601 тысяча 30. 905 тысяч 340 минус 900 тысяч и минус 300. Итак, 905 тысяч 340. Вычтем 900 тысяч. Останется только 5 тысяч и 340 единиц. 300 единиц мы вычтем. Останется 5 тысяч 40 единиц. Или просто 5 тысяч 40. Записываем. 905 тысяч 340 минус 905 тысяч минус 300. Получится 5 тысяч 40. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.